Красотень какая, смотрите. Главное, что тишина. Но вот так вот, если выйти в поле, там ветер. Ну, погодка вчера был минус сколько? 12, 13, 14. Сейчас минус 8 показывает градусник. Ну, так, пасмурно и что-то такое капает временами. Мы находимся на спецучастке Тоунен. Он 15,5 километров, они его проходят два раза. Дальше идет Ринтала, завершающий 11 километров. Он широкий, без, по-моему, таких, без очень резких поворотов, очень быстрый. А здесь так все временами есть закручено и намного уже. То есть двум машинам негде разъехаться. Но здесь вот как бы все нормально, а вот туда, куда я иду, парочку километриков, может быть, побольше, там все завинчено. Но я думаю, что будет интересно. Ну и как обычно, есть возможность выиграть, есть возможность проиграть. Копателей на этом спецучастке значительно меньше. Ну, во-первых, это уже погранзона сюда, как бы по пропускам и по спискам. Вот, и не каждый сюда проедет, соответственно. Но копать сейчас, я вам хочу сказать, вот это все лед. Все затвердело. Моя бы лопата это не взяла, без вариантов. Но я нашел щелочку. Вот честно признаюсь, может быть, со мной не согласятся коллеги, фотографы, операторы, но вчерашний день с точки зрения съемки, это короче, трамплин, что-то меня разочаровало, если честно. Не, ну мы всегда ждем, когда будут прыгать красиво. Там, как бы, конечно, выход с трамплина с такой, с довороточкой, стрёмно, причем огромное количество народа, который, ну, просто тупо ходит, ходит, а машину не слышно. И тут у меня вопрос к судьям, которые находятся в таких местах. Вот я помню, два года назад ралли Выборг и Псков, я приезжал и дарил им просто свои свистки. Ну, мне не жалко, господи, 2500 свисток, что мне, вот, не убудет, шучу. Но дарил свистки, они свистели, когда приближается машина. Здесь очень опасное место, вот прям реально опасное. Народу дофига, эти машины выскакивают, им не видно, там народ просто временами шарахался в разные стороны. Почему бы не посвистеть, когда идет машина? Фиг ли просто тупо стоять? Ну, это я просто так, чисто мнение со стороны. А так все, да, все зашибись. Как говорит товарищ Жильцов, все зашибись, если б не эти гонки.
тын-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 тын. А на у та ван тын-тын-тын. Тын-т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 ын. Если честно, я сегодня уходился. То есть десяточка есть точно. Причем, ну хорошо, туда 5. Обратно идешь. Опять же, машины не слышно, а уже ты идешь по накапанному, накатанному. Нет, не по колее, а в чуть-чуть стороночке, где снег наброшен. В общем, трындец. Но, ролисты, обращайтесь. Возможно, у меня есть ваши проезды, если нужно. А возможно и нет, если не нужно. Но все равно обращайтесь, потому что я снимал практически весь канал. Практически. За теми моментами, когда я убегал от машины в сторону, так дью, да. Ну, естественно, тогда не снимал, тогда убегал. Фух, устал.